Всем привет! Сегодня мы начинаем цикл передач топ-10 мест, где отдохнуть детьми в Кустанае. Сегодня я отправляюсь со своими детьми в аквапарк «Осьминог», который находится в городе Кустанай. И попробую рассказать о нем немножко подробнее. А вот мои детки идут. Привет! Привет! Привет. Вы пойдете или к нам приведете, или я могу там посидеть. Да нет, нормально мы все. Давайте. Привет. Привет. Ну что, народ, готов в бассейн? Да. Да, конечно. Я рожден был готов. Костя рожден для бассейна. Вот. Мы помимо того, что сходим в бассейн, это вот наш дедушка машет нам. Помимо того, что мы... Сейчас я пристегнусь только. Помимо того, что мы идем в бассейн, мы к этому готовы. У нас и Катя, и Костя ходили на плавание. А я с 5 лет. Катя с 5 лет, Костя с 4 лет. Вот. И вообще, я уже начал говорить о том, что цикл передач будет посвящен моим детям. Вот. Плейлист называется «Папа может». Вот. В нем будет говориться о том, что мы в это суровое время... Почему суровое, папа? Потому что суровое, потому что очень много искушений в этой жизни есть. Вот мои дети не понимают слова «суровое» и не понимают, почему время суровое. Вот. Но мы-то взрослые понимаем, что если сейчас мы не вкладываем в детей, то... Возможно, это будет потом нам, да, невозможно, упустим время. И слушайте, если кто со мной или с Катей свяжется по соревнованию по плаванию, то держитесь. То держитесь, да? А то мы на секунду дойдем до финиша. Вот так вот, настрой детей, в общем, очень хороший. Вот. И мы не собираемся. Боевой. Да. Мы хотим потихоньку плавать, плавать, плавать. И а в этом году Костя сможет поплавать на белой горке. Да, она очень клевая, как Катя говорила. Ну что ж, потихонечку выходим. Да. Ну, давай. Берёмте сумочки. Выходим. Итак, первое впечатление от бассейна, от нового бассейна, он недавно только после капитального ремонта. Хорошая вода, чистая, но холодная. Вот. Как вы видите, да, что вода достаточно прозрачная. Вот. Также мы попытались покататься с горки. Очень интересно. Мы это всегда любим. Костя еще не очень хорошо плавает, но тем не менее не боится нырять в воду. Вот, я его подстраховываю, стараюсь быть рядышком. Бассейн рассчитан на отдых с более младшими детьми, потому что и горки невысокие, и бассейн неглубокий. И наблюдая за взрослыми в этом бассейне, где им нельзя прыгать, баловаться, вот, им, конечно, здесь немножко, на мой взгляд, скучновато. Грелись мы вот в этом маленьком бассейне детском. Сам же я попробовал поплавать в большом бассейне. Очень понравилось. В общем, если плавать, если двигаться в воде, то не замерзнешь. И, конечно, советую ходить хотя бы иногда, хотя бы
раз в месяц посещать бассейн. Плавание это очень хорошо и на здоровье, и на укрепление иммунитета. Советую всем прийти, поплавать. Отдельно хочу сказать про горки. Для детей, конечно, это классное развлечение. Покататься на тюбингах с водяной горки. Моя дочка это обожает, сын обожает. И, конечно, тюбингов мало. Там 4 тюбинга, по-моему, на весь бассейн. И приходится ждать такую очередь, чтобы тебе достался этот тюбинг. Возможно, это сделано для того, чтобы не скапливались очереди или для безопасности, не знаю. Но для такого аквапарка 4 тюбинга это очень мало, на мой взгляд. Вот. Но никаким образом не повлияло на настроение. Нам и хватило тюбингов. Горку включают по времени. Она работает минут 15. Вот. Какой интервал между включениями, я не знаю. Вот, если кто-то знает, может быть, прокомментирует. Вот сам я с удовольствием также покатался. Вот, и получил огромное удовольствие. Для тех, кто замерз, есть небольшая сауна, в которой можно спуститься погреться. Раньше она была платная, сейчас можно спокойно туда спуститься. Это такое из новых, из нововведений. Вот, как вам понравилось? Да!
Вот прошел такой у нас немножко сегодня воскресный день. Мы сходили в аквапарк, вновь отремонтированный. Детям понравилось. Дети говорят, ничего не изменилось. Ну, наверное, что-то подремонтировали там. Вот. Всем советую сходить, провести час времени вместе с детьми, поплавать, понырять, погреться в сауне. Вот. В общем, там было классно. Дорогие родители, подписывайтесь на наш канал. Мы будем выходить в эфир. Итак, закончилась наша история. Всем пока! Давай, заходи. Посмотрим. Конечно. Ну, правда, что изменилось? Ну, наверное, они подремонтировали какие-то трубы. Может быть, отремонтировали... Ну вот видишь, что-то значит все-таки изменилось.